Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся в коттеджном поселке Морской, где хочу взять отзыв у Андрея Ивановича, чтобы он маленько рассказал о доме, который он выбрал, почему выбрал и откуда приехал. Давайте послушаем. Андрей Иванович, расскажите маленько о себе. Ну, приехал я с Петропавловска-Камчатского. Решение переехать на Анапу на ПМЖ возникло год назад. Год назад я заказал эту стройку, этого дома. Компания предоставила мне, любезно предоставила разные варианты домов. Я вот выбрал 135 квадратов. Компания каждый месяц отчитывалась, высылала мне видеоотчет, фотографии. Каждую неделю почти звонил мне прораб, советовался, спрашивал, советовал. В общем-то, честно говоря, товарищи, я очень доволен этой фирмой. Потому что, честно говоря, не у каждой фирмы есть такие условия оплаты, условия, скажем так, работы. И, в общем-то, ребята отнеслись по-человечески очень хорошо. Все мои пожелания, все мои нюансы по строительству дома исполнялись как бы беспрекословно. Ну, как говорится, как в том анекдоте, любой каприз за мои деньги. Посему я очень доволен при переезде сюда. Вот, в общем-то, дом уже построен. Но пока переезжать, вот именно на этой неделе я пока не собираюсь, немножечко все затягивается по личным мотивам и причинам. Посему вот таким вот образом. Но, честно говоря, эмоции, в общем-то, переполняют. Почему? Потому как не каждый месяц дома покупаешь и строишь. Заказали мы сразу же с навесом, с навесом под веранду, под террасу дом. Нам прекрасно, даже мы не думали, но нам, в общем-то, и землю перепахали уже, все готово к тому, чтобы здесь уже проживать. Ну, остается только что пригласить вас в дом, чтобы посмотреть, как все устроено в доме. Пойдемте, посмотрим. Прошу, пожалуйста. Ну вот, дорогие друзья, заказали мы вот такой вот дом. Дом начинается с прихожей. Прихожка чуть больше 6 квадратных метров. Мы заказали вот такую вот плитку на пол. В общем-то, нам она понравилась. Вот такие вот обои, такое тиснение, такой цвет. Вот такие вот двери. Я думаю, невеликий я дизайнер, но, по-моему, удалось очень все красиво сделать. Пойдемте дальше. Попадаем после этой прихожей в такой маленький коридор. Справа, ну, наверное, это будет моя спальня, чуть больше 15 квадратных метров. Спальня вместе с моей супругой. Вот в таких тонах она сделана. Прекрасный белый потолок покрашенный. Вот такого. Мне понравилась такой цвет обоев с таким тиснением. Все сделано превосходно. Сделаны выключатели, сделаны розеточки. Вот розеточки под тумбочки. Вывод сразу под телевизор, под интернет. Вот такие прекрасные окна. Все видно, окно открывается, закрывается. Что немаловажно, вот с таких вот маленьких нюансов состоит, в общем-то, отношение этих вот ребят «Стройгарант Анапа» к своим клиентам. Мы сюда зашли, а отсюда уже выходили люди-уборщицы, клининговая компания, которая, в общем-то, подчиняется «Стройгарант Анапе», которая вымыли окна, вымытые полы, чистые подоконники. Приятно сюда, в общем-то, зайти в эту комнату. Пойдемте, товарищи, теперь дальше. Значит, отсюда сразу заходим, он же туалет, он же умывальник. Выбрал я по стандартам, скажем так, вот «Стройгарант Анапы» по образцам вот такой вот умывальник, вот такие цветочки. Я считаю, что светленько, хорошо. Здесь вот будет стоять унитаз, вот здесь вот будет стоять душевая кабина, здесь будет, в общем-то, умывальник. Вот они розетки, вот они выключатель, выведено все под свет. Вот, значит, я попросил дополнительную услугу, они мне сделали под бойлер. Пожалуйста, вот таким вот образом. Отсюда мы выходим и попадаем в гостиную. Гостиная у нас, в общем-то, соединена с кухней. В общем-то, вот она кухня. Значит, пока «Стройгарант Анапа» получила уже все разрешительные документы на газ, здесь висел электрический котел. Мы его убрали. Почему? Потому как я захотел газ. Газ сейчас будет месяц-два и будет. Значит, здесь все по уму сделано. Значит, разводочка. Вот. Пол по всему дому я заказал. Без вопросов мне сделали по всему дому.
прекрасные это, виловские стоят насосы на три скорости. Простой, экономичный, доходчивый насос и довольно-таки практичный насос. Вот таким вот образом. Все резетки, которые, как бы, в общем-то, необходимы, слив, горячая, холодная вода, вытяжки все. Ну, также вы видите, дорогие друзья, здесь резетки, выключатели, которые, в общем-то, необходимы, которые и мне и посоветовали при заказе дома, когда мы организовывали вот это все строительство, и которые я хотел. Ну, дорогие друзья, значит, выходим мы с кухни, с гостиной, с кухни вот сюда, и попадаем на вот такую вот веранду. Веранду, в общем-то, она по умолчанию делается с крышей, но с крышу делают по умолчанию, скажем так, стройгаранта с поликарбоната. Я посмотрел с поликарбоната, ну, понятно, что оно красиво и хорошо, но это, в общем-то, недолговечно, посему, ну, не хочется, как бы, как вот в том анекдоте, скупой платит дважды. Я заказал вот такую вот крышу. Да, пошло удорожание, вот, да, посидели, поговорили, да, повлияли немножко на ценообразование, ну, вот, как видите, в общем-то, с такими, с отводами под воду стоит прекрасная такая крыша. Вот. На этой террасе, значит, мы подумали и сделали еще подвал. Подвал, значит, он идет по туда вот вниз. Значит, ширина подвала около 40 квадратных метров. А там, значит, все в подвале, все уже, значит, сделано, проштукатурено, электричество проведено, розетки. Подвал, думаю, использовать, ну, очень бы хотелось бы делать бы свое вино и следующим образом хранить его в подвале. Что будет на участке на этой земле, я еще пока не решил, где будут беседки стоять и нужны ли они вообще. Ну, единственное, что, конечно, будет барбекю-центр стоять обязательно. Вот, значит, будут здесь деревья, будет здесь трава, будут розы. Стройгарант Анапа делает вот такую вот лестницу при переходе с первого на второй этаж. Лестница из бука, в светлых тонах, лакированная, ничего не скрипит, ничего не репит, ничего не бьется, не трещит. Вот, дальше. Между первым и вторым этажом вот такое вот окошко вот находится для проветривания. Сразу стоит же здесь, значит, сетка от комаров. Справа попадаем в туалет с умывальником. Сделан он вот в таких вот тонах. То же самое, кафельная плитка мне, значит, здесь была предложена дизайнером. Вот такие вот светильнички. Вот вентилятор, принудительная вытяжка поставлена. Вот. Ну, все, выключаем здесь и переходим сюда. Следующая, значит, спальня. Вот, значит, понравились мне следующее вот такое тиснение обоев и вот такой цвет. То же самое, ламинат тоже светленький, батарея стоит, тоже, значит, окошко. Ну, вот таким вот образом, пожалуйста. Вот таких вот спальни на втором этаже, на втором, три. Вот, по-моему, 15 квадратных метров. Вот мне понравилось вот такой вот еще, как бы, цвет и с таким тиснением. Вот. Ну, здесь то же самое. Резетка под сплит-систему, выключатель двойной. Ну и третья маленькая спальня, она 11 квадратных метров. Но мы здесь с супругой подумали и решили, здесь будет у нас гардеробная комната. Ребят, в завершение всего сказанного хочу, в общем-то, вам посоветовать вот эту фирму «Стройгарант Анапы». Это от чистой души, от чистого сердца. На ценообразование влиять, в общем-то, всегда можно. Дело все в том, что есть разные оплаты, разные условия оплаты дома до момента строительства, во время строительства, после строительства, посему, значит, можно разговаривать всегда, диалог всегда существует по ценообразованию дома. Раз. Могу гарантированно сказать, что никаких здесь обманутых дольщиков и, как говорится, в общем-то, простите за сленг, кинутых людей здесь нет и не будет. В общем-то, всем рекомендую. Я у себя на Камчатке провожу компанию, потому как, ну, не буду скрывать, мне не все равно, кто у меня будет жить здесь из соседей, понимаете? Посему приглашаем вас всех сюда. Я уже себя считаю анапчанином. Посему, дорогие друзья, приглашаем вас сюда. Переезжайте,
Приезжайте в станицу Гастагаевскую, в гостиницу «Алмаз», где находится офис «Стройгарант Анапы». И, пожалуйста, заключайте договора. Ждем вас. Спасибо за внимание. Друзья, вот мы и сделали отзыв у Андрея Ивановича с улицы Малиновая, 40, которая находится у нас в коттедже поселке Морской. Наша компания гарантирует все за то, что мы делаем. Поэтому будьте с нами, будьте в курсе всех событий. Оставляйте полностью у нас отзывы внизу. Поставьте лайк, если понравилось это видео. Всем пока, до новых встреч!